Сегодня исследования медиков показали, что за 2012-2013 годы состояние здоровья жителей этих регионов заметно ухудшилось. Появились многочисленные обращения граждан к парламентариям вернуть все назад. Таким образом, подтвердилось мнение биологов и специалистов-медиков о том, что десинхронизация биоритмов в результате отмены зимнего времени скажется на людях негативно. А почему же отменили зимнее время в 2011 году? А потому, что вроде бы те же многочисленные граждане попросили. Якобы и световой день таким образом можно технически продлить. Да и у людей не будет стрессов и заболеваний, как последствий адаптации к сезонным переводам стрелок. И даже коровушек тогда вспоминали, которые доиться как следует не желают, привыкают к одному и тому же часу, вот ведь как. Новый законопроект о возвращении к старому времени поступил в Госдуму вчера, а по состоянию на прошлую пятницу под документом подписались более 100 депутатов от всех парламентских фракций. В случае принятия закон вступит в силу 26 октября этого года в 2:00 минут.